Антошка, Антошка, Антошка. Пойдем с тобой копать картошку. Опа! Короче, Антошка, смотри. Встаешь, вставай и иди сюда ко мне. Учу сына ходить. Мать, с ума сошла! Смотри, я Антошку, пластинка заела. Антошку на прогулку вытащил. Чё хочешь? В туалет. Куда ты хочешь? В ванне. Это что такое? В ванне. Курить хочешь? Чё ты сказал? Сральник я хочу! Куда? В туалет хочу! Пошли, где туалет у нас? Да вот, кусты, сходи в кусты, если хочешь. Ну там лопух есть, лопухом можно потереться. Нет, это не подходит мне, мне нужно. Почему? А мне почему-то подходит до сих пор, подходило, тебе не подходит. Давай построим туалет. Пожалуйста. Кать, нет времени. Я вот пожалуйста, с Антошкой вышел на прогулку. Пожалуйста. Антон, вставай. Быстрее, нет Антон, времени обсуждать. Антон, вставай. Да ехали, бабаль, смотри, мать твоя не дает с батей погулять. Ой, ядрить колоти час, Антона домой отведу. Кать, смотри, ну вот, да, алло. Вот. Можно как-то побыстрее? Да, конечно, можно. Вот, вот смотри. Спасибо. Кусты вот там какие густые, густые, такие пышные. Давай сначала поздравимся с подписчиками. Привет всем, с вами Эдисон и Нубик. Катеридзе. Она очень сильно хочет туалет. А тебе по маленькому или большому мне открыл? А тебе какая разница? Мне нужен просто туалет. Кать, ну если что-то пучит, может панкреатинчика бабахнуть и перестанет. Ну, я не знаю. Вот. Давай просто построим туалет. Активированный все. Уголь еще, в принципе, пожалуйста. Очень... Ну, ладно. Куда ты идешь? Я иду. Да я вот с Икеи заказал как раз-таки ванную. И до сих пор не построил. Да, еще... Да ну времени не было, я с сыном гулял. А ты не мог еще куда-нибудь в Мухосранск это поставить, чтобы еще дольше? Кать, здесь как бы вот невидимый блок. Если кто-то захочет украсть, то он не сможет украсть. Ай, подожди, упал случайно. Сейчас заспавнюсь, пойдем вот сюда. Ну знаешь, чтоб какие-то хейтеры не стараторили ванную. Кать, да потерпи, сейчас все будет. Почему нельзя купить и сразу построить? Ну Кать, ну как бы времени не было. Сейчас, вот смотри, ванна есть и тубзилет. Ну, давай начнем с туалета. Хорошо? Давай, давай, может ванну, я мыться хочу. Мыться. Давай с клозета начнем. С кого? Клозет. Что такое клозет? Клоузет. Кать, я не знаю, куда можно туалет поставить. Ну здесь не очень, типа, здесь давай кухня. И типа, ну возле кухни, если я поставлю, потом кто-то напердело здесь и на кухне ты будешь готовить котлетосы, и оно очень пахнуть будет некрасиво, некультурно. Пожалуйста, давай как-нибудь это ускорим, пожалуйста. Что у тебя здесь? Ой, намочила, намочила, потекла. Ой, ну смы в то... Да, шучу. Ну, это смешно. Я знаю, я... Строй туалет, пожалуйста, и все, и разойдемся. Я просто не знаю, куда его построить. Типа, ну, куда его можно запиндолить, засандалить, а вот это не знаю, Кать. Ну, я как понимаю, что ты очень сильно хочешь туалет. Я не специально время тяну. Я не тяну время, я просто не знаю, куда поставить туалет. Вот, в кустике до сих пор есть такое предложение. Можешь в кустике сходить, если хочешь. Пожалуйста, давай быстрее. Ладно. Сделаем так. Я предлагаю тебе все, что туалет на улице сделать, потому что здесь места нет. Вообще, дома нет места. Сейчас я сделаю дверь. Да дай сделать. Кать, куда иди? Я сама. Да, я ты что сама? Алло! Тебя пока дождешься. Ай! Ты мне шандарахнула! Аккуратнее, мать! Со своим сральником! Давай! Я быстрее. Я же инвалидом с тобой стану! Да что ты? Я, блин, быстрее сейчас. На улицу, построю. На улицу! Дома не нужно строить туалет. Фу, за давай за домом будем строить. За домом где-то вот здесь. Ставить правой кнопкой, отстань, нубасик. Отстань, отстань, я быстрее тебя построю, да, и быстрее, да, сделаю, да, свои. Да. Ты не можешь ставить блок туда, ты в этом блоке стоишь, отойди. Мать! Я потерялась. Нубик! Тихо. Так, оп, так, давай, ой, нормальный, построй ты уже туалет, ну ёханый бабай, ну Кать, ну будь ты человеком, а не нубасиной. Я понимаю, что тебе очень хочется в туалет, но я не знаю, ну пробку можно туда поставить, воткнуть, чтобы ничего не вытекало. Ну. Нет. Ой, ладно, крышу подпрыгни, нажми правую кнопку в воздухе, подпрыгни, подпрыгни правую кнопку в воздухе, вот нажми, только на блок, на, вот, давай, все, все, все. Ух ты, возьми, ура, блоки, у тебя еще в инвентаре есть. А, ставь уже, да, ну не прыгай, ну так, может,
Кать! Я буду так строить, как мне надо. Ой, ну ладно, строй как хочешь. О, господи, помилуй. Мне кажется, сейчас вот реально уже потечет. Да ты знаешь, вот пока ты мне... Ой. Все, давай, давай, дальше, дальше поставь. Спереди еще поставь. Вот ткни куда-то на блок. Сюда, дверь все, поставь. Все, дверь. Туалет сначала... Туалет! Унитаз запихни. Так, дверь! Пять. Все, дверь. Вот так, поставь дверь. Все, сейчас отойди, мать. Все, не-не-не. Я первый. Кать, пошел, Кать, пошел, пошел, там пошел. Могут быть непредвиденные обстоятельства. Вдруг туалет взорвется, и тебя туда засосет, и все, я потеряю свою Катю. Подожди. Да. Я беспокоюсь в твоем здоровье. Подожди. Отвернись, я пойду первым проверю. Отвернись. Отвернись. Че там? Отвернись. Чего? Ой. Ну, в принципе, ну... Ну... Ну, слушай... Ну, сейчас, подожди. Ну, в принципе, ну хороший ты туалет, да, построила. Вентиляции, конечно, не хватает здесь немножечко, но, ну, в принципе, подожди. Да, все хорошо, хорошо. Ой, ладно. Ой, мать, мне неправильно здесь построила. Подожди, оп, вот так. Ой, все. Вот так. Ну все, Кать, все, в принципе. А ты что меня бьешь? В смысле, я протестировал туалет. Дай сейчас. Дай мне сходить уже, да, в туалет, иди, пожалуйста. В туалет. Спасибо. Хорошо, садись. Так, все, теперь ты отворачивайся. Ладно, разверну. Фу, ну и радиоактивная зона здесь, конечно. Ой, хорошо. Кать, ты там долго? Все нормально. Кать, понимаешь, что мы не должны с тобой это записывать. Контент для детей вообще-то. Мы записываем, извини, как мы в туалет ходим. Извини, это вынужденные меры. Какие вынужденные меры? Мне серии можно было. Я с Антоном хотел прогуляться, а ты в туалет тебе построить. Что естественно, то небезопасно. Что я сказала? Подожди. Что естественно, то небезобразно. Чё ты несёшь? Всё. Всё, давай выходи ты уже с туалета. Всё, я всё проверю. Фу. Как же все хорошо. Нормально, отлично, все. Отлично, мы туалет исправен. Построили, да. Мы, ты. Я построила. В панике построила свой туалет. Зато все нормально. Туалет, да. Да, я проверю. Так, короче, нужно вытяжку здесь сделать, чтобы вот этой радиоактивной зоны не было. В принципе, если под... можно сверху вентиляцию сделать, вот. Но, в принципе... Мать твою! Катюха, чё прорвало-то так? Твой... Мне весь мокрый, да отодвинься! Я говорю, что даже ты в туалет ходить не умеешь, Катюха, ядрить, колотить, ты видишь, что ты наделала? Сральник весь на кусочки разнес, ты, я весь мокрый, фу. Нет, ты не мокрый. Я мокрый? Ты немножечко... Мокрый. Обделанный. Давай сойдемся на том, что я мокрый, хорошо? Не слушается меня, не... Ты... Слушай, всё. Ты бы мог помочь мне и быстренько помочь туалет мне сделать. Я его одна сделала, а ты... первый раз в жизни вообще. Сам виноват. Ты могла по простяку сходить в кусты, как эта вся планета делает. Фу. Нет. Так тебе и надо. Так тебе и надо. Так тебе и надо. То есть вы считаете, что это нормально? Мы даже вначале вас лайки не попросили поставить, потому что это влетело как ненормально. Хочу в туалет, хочу в туалет! Бутылок на кухне мало как будто, да? В одну сходила, анализы потом сдала, все норм... короче. Давайте, чтобы из этого, давайте вы сейчас поставите лайки. Ну, смотрите, какое делаю. Ну, подожди, лайки лайками, но другое нужно сделать. Что? Угадай с первого раза, Катюх. Подписаться на канал нужно. Подпишитесь, пожалуйста, а то Чтобы никогда больше вот такого вот... Сумасшедшая девушка моя немножко... Ой, Катюх, ладно, я пойду ванну установлю и пойду помоюсь. Куда-то, я не знаю, сюда ее запиндюлю. Мне кажется, здесь нормально. Ванна не туалет, вонять не будет. Народная мудрость. Записывайте цитату от Эдисона. Все, набираем воду. Я с тобой. Я пойду мыть. Сейчас, подожди, в смысле ты со мной? Куда ты со мной? Я! Тебе не нужно в ванну идти принимать, а мне нужно. Сейчас я наберу. О, господи, помилуй. Что тут произошло? Не девушка, не знаю. Все, Катюх, давай, сваливай отсюда, я буду ванну принимать. Или ты со мной хочешь, я не знаю. С тобой хочу. Ладно, мы но... купи-купи поделаем. Купи-купи поделаем с удочкой. Ой, с удочкой. Я глазом пукнул. Подожди. Ну, естественно, второй раз уже так не получится. Ты слышал, я вот так глаз был. Неважно, короче...
борода мокрая, все мокрое. Я тебе сказал, и она тебе сказала, это женщина-девушка, чтобы ты ставил лайкусики и подписывайся на канал. Если наберем много лайков, обещаем, то, что выйдет новая серия. Вообще не плановая серия. Мы не хотели ее записывать. Я с Антоном хотел прогуляться, но нет. Угу, с сыном не гуляешь. В следующий раз будешь нормально мне помогать, чтобы вот с такого... С сыном не гуляешь. Все, что умеешь, это в туалет и бегать туда-сюда. Ладно. Ждем следующую серию, набираем лайки. Давай, мать. Уток в ванную запускай. Сейчас принесу. Настоящий. Курица.